Всем привет! Сегодня мы делаем обзор на содержимое мини-бара в отеле Starlight. На холодильнике лежит набор для чая и кофе. Рядом стоит чайник, вы можете в любой момент сделать себе чай. Чашки и стаканчики для воды. Переходим к холодильнику. Он спрятан в шкафчик. Значит, в холодильнике обычно кладут энергетик. Две водички воды местного производства, пакетик с солеными орешками, шоколадка, чипсы картофельные, две баночки сока, две баночки колы и фанты, а также местное турецкое пиво. Мини-бар пополняется каждый день по мере использование продуктов. Вы можете или все оставить в мини-баре, если вы не пользуетесь этим, тогда вам это не добавят, или все выпить, или съесть, и на следующий день вам все пополнят бесплатно. Всем спасибо, пока.